Сегодня в Доме правительства состоялось заседание рабочей группы по защите прав обманутых участников долевого строительства. В плане графики 13 жилых домов общей площадью более 140 тысяч квадратных метров. Жители республики заключили более 1000 договоров участия в долевом строительстве. Два проблемных объекта ввели в эксплуатацию в этом году. Кроме того, в третьем квартале Республиканский фонд защиты дольщиков принял права на объекты застройщиков компаний «Кратонстрой» и «Победа». В настоящее время министерством с привлечением заинтересованных органов проводятся еженедельные встречи с участниками долевого строительства по проблемным объектам согласно сформированному графику на самих объектах. На указанных встречах до граждан доводится актуальная информация по проводимым мероприятиям по достройке проблемных объектов. Каждый дом, который не был сдан в эксплуатацию вовремя, это конкретная судьба человека, семьи. Нарушенные права должны быть восстановлены. Самая главная задача, конечно же, максимально ускорить все процессы, которые требуются провести по тем проблемным домам, которые на сегодняшний день имеются в Чувашской республике. Ну а дальше, мне кажется, не менее важное, это держать в поле зрения и в зоне внимания каждый многоквартирный дом, который на сегодняшний день пока еще имеет риски, даже гипотетические, перехода в проблемный объект. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика.